Все, ботва. Все, работает. За голову, за голову руки. Что в карман? Скажите, а кто какие действия предпринимал из вас? Я предпринимал, держал только... Держал ее, получается, за капюшон. Здесь же за волосы. Закрывал ее глаза. То есть, получается, правой рукой. Три сенсора, один кнопочный, две видеокамеры, два цифровика, сумку, в которую уже все это было дело загружено, два пистолета, один пистолет ОСА, один пневматика с длинным дулом. Я начал искать деньги, нашел фотоаппарат, камеры, вытащил их на пол. После чего снял и нашел DVD уже в той комнате. Начал складывать это на диван. Все остальное я тоже переложил на диван. Два пистолета, видеокамеры. В том нашел я телефон. А, два телефона. Один лежал вот здесь на столе. И, два пистолета там было, ОСА и пневматический этот видеовозгрузки. А имеется ли у участника следственного действия какие-либо дополнения, замечания по поводу следственного действия? Нет. Здесь все долбил, здесь все повытаскивал, все вытащил, получается. А я пошел вот тут и просто смотрел вот так вот, просто смотрел. Да, вот так смотрел. Все в сумку положил, получается. И расстегнул. Вот так. Вылил ботинки вот так. Вот прям.